В городском доме культуры состоялся первый этап открытого чемпионата высшей и юношеской лиг по игре «Что, где, когда». Мероприятие вызывает большой интерес среди молодежи. Школьники и студенты всегда проявляют активное участие в играх. Основной целью проведения игр является развитие у детей творческих способностей, раскрытие интеллектуального потенциала и выявление новых талантов. Участие в чемпионате позволит ребятам расширить свой кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое мышление, проявить умение принимать решения в нестандартной ситуации в условиях ограниченного времени. Игры «Что, где, когда» проводятся Центром «Континент» совместно с Управлением по делам молодежи. Будет проведено 4 турнира. В финале встретятся самые сильные команды. Они и поборются за звание победителя. В ходе игры участникам предлагаются вопросы, охватывающие самые разные области знаний. От географии, истории, философии до литературы. Однажды немец Вернер получил тяжелое увечье, но ничего не сообщил об этом своей жене и прожил с ней без особых проблем без малого 15 лет. Но когда она случайно узнала об этом, то сразу же развелась. Что это было за увечье? Секундная пауза зависает в воздухе после озвучивания вопроса, а затем перетекает в бурное обсуждение среди членов команды. От команды тех, кто дал правильный ответ на вопрос и получил дополнительный балл, раздаются громкие аплодисменты. Внимание, ответ. Глухота. Раскрыт секрет семейного счастья. Чтобы ответить правильно на вопрос, необходимо действовать быстро и сплоченно. Ребята объединяют общие усилия в решении поставленной задачи. В первом этапе игр приняли участие 22 команды юношеской лиги и 12 команд высшей. Каждой были определены победители. Лучшими в этой игре среди школьников стали ребята из 25-й школы. В высшей лиге победу одержала команда 17-й школы. В конце октября состоится второй отборочный этап, по итогам которого будут определены команды-финалисты. Остается пожелать участникам дальнейших побед и позитивных эмоций от проведенных игр. Дарья Досаева, Игорь Иванчук.